готов на снег ехать? Area. Быстренько покажу. Вот уже начинаются такие домики. И что это на самом деле? Это на самом деле туалет. Можно зайти, сходить в туалет, посушить ручки. Есть все накладки, насадки бумажные на унитазик. Все классно. Я побежала в машину. А, какой дождь! Сейчас, Макс, подожди. Так валит. Нет, все правильно. Угу. Ну давай, что ты? Не, Макс, мы не там, мы не здесь. Мы не там, мы не здесь? Это как? Поверните на лево. Мы не там, мы не здесь.
здесь. Чё, не дали? Чей? Ой, скользко ехать. Ой. Скользко. Чеку на инвалз, чу ая или ист. Так я только что оттуда приехал. Не получилось. Не получилось. Ну давай, снимай сейчас. Все, поехали. А то мелкий дома сидит один. То есть дома, в машине, блин. Вон он там дома сидит. Тоже хочет, тоже хочет. Я тут катаюсь. Пошли, мелкий сидит. Поехали. О, холодно тут. О, мы приехали на это место. Сейчас, наверное, пойдем кататься. Горе родители забыли ребенку перчатки. И ребенку холодно! Ребенку холодно уже! А я да. У-ху-ху-ху-ху. Ну Макс, что? Садись, покатаем. Давай. Тут уселась, держусь. Давай. Вот что ты меня катаешь вокруг мусорки? А я же не знаю, что ты для мусора. Давай, Макс, сиди со мной. Давай, садись. Ну что, тяжело тебе? Своя ноша не тянет. Своя ноша не тянет. 70 килограмм. Так, сейчас мама досмеется, сейчас я выкину. Все. Хорошо, давай. Давай. Да, было круто, спасибо. Тяжело. Вышлись. О, точно, как в Удмуртии, как в своем детстве. Ёлочки, ёлочки. Пойдем посмотрим, что же там. Ау! Чуть не упала. О, какой лес. Ой, какая красотища. Вообще необычно, когда живешь 7,5 лет среди пальм, конечно, это необычно. А? А? Стойте, давай, давай, вы... Давай вы за мной пойдете, а я покажу вам дорогу. Давай, 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 Сусанин. Ты же все знаешь. Давай. Да? Ты же тут был? Ну же сколько тобой? Второй раз? Третий раз с тобой уже? Да. С папой вон с той горы поедет, Макс. Какой? А вот там, смотри, папа поедет. О-о-о, ты... Точно? О май гад! Давай. Давай, видео снимаю, давай. Давай. Папа, давай. Ну-ка, давай. Держи эту веревочку. Надо выбить твое лицо. Еще раз так. Раз, два, три. А Максюха поедет? О-о. Не-не-не-не-не, говорит. Максюнь, давай. Не бойся. Не у нас. Папа у нас научился записывать сторис. Ну, давай, держи эту. Держи. Я пойду забираться. Давай, держи это. Не выпускай и не это, не выключай. Все, Макс, смотри. Мама будет нам только держись, потому что... С левой стороны забирайся. А, ты уже записываешь, слушай.
А, я не знал. Ну окей. С левой стороны забирайся там. Потому что там лед, там не заберешься по самой горке. Да, что-то мы не подготовились. Ни перчаток, блин, ни зимней одежды. Хотя 0 градусов показывает, еще не так плохо, но все равно. Максюхен, ну она не кажется такой высокой, а когда туда заберешься, то высоко. Ты держись за эти, за ручки держись, за эту веревку не держись, не за нее, за ручки. Сбоку ручки есть, за них держи. Вот, да, а эту отпусти веревку, потому что улетишь. Вот, и держись крепко. Ну, как удобно, без разницы. Только ногами не тормози, пускай едет. Не свалишься. Просто держись. Давай. Давай. Я говорю, держись, что-то надо сдержаться. Это эпично. А, снег. Снег на боках. Как холодно. Макс, теперь ты... Снег в лицо упал. Макс, теперь твоя очередь. Со мной поедешь? О, нет. Ну, где там наши медведи? Идут, нет? Медведи? Вы где? Вы же здесь есть. На. Еще снимается, все. Давай. Все, на. Холодно. Держи в папу, кидай, я тебе делала снежок. Максим. Держи. Давай в папу. Раз, два, три. Эй! Ну, давай. Пух! О, попал! Пошли. Давай еще лед. Давай, еще раз сделай еще снежок. Туалет не ходишь, солнце? Давай вот так. Вот. 10 раз? 10 раз. Ой, ну упади тут. Ой. Мы еще на обратном пути остановимся, сейчас покушаем и потом еще на снег. Ты не хочешь уезжать? Тебе тут нравится тогда?
да? Смотри, Макс, налево. Пицца on the hill. Mm-hmm. Вот. Надо парковаться и искать. Значит, при этом курорте. А что такое? Куда я поеду? Да, куда? Блин, Вася. Паркуйся давай, как все. Я думал, там есть проезд, блин. Ну да, там нету. Папа чуть-чуть сдурил. Пицца, пицца. Зашли в ресторанчик, и мне кажется, Женя нужно снять шапку. Шапку сними. Неприлично. Хотя, да, мужчина сзади тебя сидит тоже в шапке. Ладно, Америка. Be easier. Какая красота. Мы сейчас будем с тобой кушать. Хлебушек там вкусный-вкусный. Будешь? Хлебушек с сыром, как горячий бутерброд, будешь? Или ты учишься? Да, Очень классный локейшн. Очень классный ресторанчик. На маленькие кусочки, да? Вот такой нам шикарную пиццу сделали. Очень красиво. Максюшка там. Thank you. Enjoy. Thank you. Мама, разрешу ему поговорить? Макс, пойдем пиццу кушать. Максим, пойдем кушать пиццу. Пойдем, мам, тебя разрежет, сейчас пойдем. Все, наше приключение заканчивается в темноте. Такой классный лес. Тут бегает Мишня. Все, папа проверяет машину, и мы поехали домой. Вот так вот. Не очень хорошо он меня снимает в темноте, правда. Ну все, мы погнали домой. Это был классный день. Классно покатались, классно покушали пиццу, классно проголодались и вообще классно провели день. Да. Так, снег идет. Ух ты, как классно!